Девчонки, всем доброе утро, добрый день. У кого что, да, у меня утро еще. Я кофе не пила, поздно сегодня встала. Сегодня хочу немножечко про свои орхидейки рассказать. Мне девочки попросили. Вот такие вот у меня красавицы. Вот здесь за шторками еще, да, смотрите. Вот они у меня все, кроме одной, да, и там тоже дальше. На улице у нас сегодня всю ночь шел дождь. Представляете, лежит снег и дождь, и немножечко, ну, снег уже, правда, подтаивает, но такой гололед, я думаю, будет. Так, я буду сейчас пить кофе. Давайте со мной кофеечек попьем, да, девочки? Посмотрите, полюбуйтесь на мои шторки. Наверное, темно будет, да? Посмотрите издалека, как они смотрятся при дневном свете. Посмотрите, телевизор у меня идет. Я звук просто выключила, чтобы вам не мешал. Да и мне тоже. Вот такие шторки. Видите, как классно. Сразу уют, уют такой, знаете, в квартире. Вот. А еще мне там в рабочей моей комнате сделать надо. Вот. Там просто немножечко конструкция другая. Надо их по-другому немножко делать. В общем, ну я довольна. Я довольна, мне нравится, как я сделала, как я их подняла. Потому что из-за кошек я не могу, чтобы они у меня так, знаете, совсем длинные были. Так вот подколола с другой стороны. Я думаю, что неплохо смотрится. Так свет, наверное, отражается. Вот. Девчонки, буду кофе пить. Давайте со мной, да? Кофеечек попьем, да? Так. Так, сейчас я себе уже заварила кофеечек. Сейчас возьму. И попьем, да, с вами кофе. Вот здесь у меня тоже цветочки. Вот у меня еще одна орхидейка здесь, вон, видите, в уголочке. Она у меня не цветет почему-то. А вот те все, и вот это вот. Ну, вот это вот уже, видите, у нее сбоку вот такой вот, даже поближе. Вот этот вот уже вышел. Такой вот, как стебелечек, да, цветение. Ну, денежное дерево мое стоит. Видите, уже подросло. А фиалочки, вот я большие листья посрезала. Вот эти маленькие, видите, что с ними? Они потихонечку у меня растут. Вот. Ну, так что давайте, девочки, кофе пить пойдем, да? Окна надо мыть, окна все грязные. Вот надо как-то взяться мне и до отъезда все окна перемыть. Вот такое кофе я пью. Сейчас вам покажу. Мне нравится оно. Вот в таких вот, видите, подушечках. Как правильно, не знаю сказать. Ну, в общем, вот такие подушечки вставляю сюда, вот в эту. И кофеечек пью. Ну, вот, давайте поболтаем. Покажу вам потом после кофе. Вот цветочки стоят, розочки. Они такие еще свеженькие, красивенькие. Вот. Такие вот, девчонки, дела. Потихонечку снимаю вам. Вот кухня моя. Здесь там у меня наверху мои гиреты стоят. Это еще не все. Я говорю, мы еще до сих пор скеллера не принесли. У нас там коробки еще из посуды и много чего там. Просто, знаете, муж каждый день работает, я же не могу коробки таскать. И вот. А смотрите, на балконе все цветы, они, ну, на лоджии, все погибли. Потому что у нас было похолодание, снег, минус было до 6. У нас на горе здесь еще холоднее, чем там в городе внизу. Немножко температура. Ну, сегодня пасмурно. Сегодня пасмурно. Вот, девочки. Так что вот, давайте со мной пить кофеечек. Да, вот так вот сейчас ставлю. У меня такой скромный завтрак, девочки. Потому что я что-то еще ничего не хочу. Я просто хочу попить кофеечек. Вот просто с сухариками, со сгущеночкой. А потом что-нибудь попозже. Может быть, у меня аппетит разыграется. Я себе что-нибудь кушать сделаю. Вот. Так. Как бы взять бы. Так вот. Так, у меня, наверное, звук опять будет плохой. Ну, не знаю, посмотрим. Слушайте, ну, у меня с этим звуком, я не знаю. Вот. Ну что, давайте кофеечек пить со мной, да? Так, я молочка себе налью. Так. Сухарики. Сначала я просто кофе попью. В
Всем приятного аппетита, кто со мной, девочки. Кто что пьет, кто чаечек, кто кофеечек. Вот. Кот у нас, знаете, хочу с вами поделиться. Начал, зараза такой, брызгать ходить. Ну, сами понимаете, кто это знает. Метить, короче. Метить. И мне приходится, знаете, вот это, конечно, проблема, да. Так как у меня кошки, да, я не могу взять и его кастрировать, да, кастрацию провести. Нельзя. Потом это к другому коту на вязку, да, ходить. И он у меня, да, зараза такой, знаете, что делает на стенке. Вот так вот, вот сюда, да, допустим, подходит. Вот почему я вот шторки так вот прямо писает вот так, знаете, взадом поворачивается. Ну, знаете, у кого кошки вот. И вот начинает брызгать, да, и вот такие прям потеки иногда по стенке. И вот я за шторы теперь боюсь, чтобы он не тут это. И пришлось мне вот такие брызгалки ставить, они пшикают, да, вот эти вот. И чтобы его отпугивать, я даже две поставила. Одну вот немножечко в эту сторону, да, чтобы он боялся немножко. А другую в эту сторону, ну, так немножко, чтобы он не подходил. В общем, такая проблема, девчонки. Я знаю, у кого кошки, наверное, у всех такая проблема. Что это метят коты. Но это бесполезно что-то делать, если он уже вырос, и он уже такой вот стал, как мужчина, да, котик-мужчина. Тут бесполезно. Видите, у нас еще розетки одной нету. В общем, тут такая система, что, в общем, тут разбираться надо. Тут нам когда делали, да, вот эти строители мы нанимали, они тут что-то такое понаделали, что теперь мы... И разобраться не можем, что там сделано. В общем, вот такая вот ерунда. Вот. Снимаю вам все, показываю, слю с разных ракурсов, чтобы вы посмотрели. Телевизор я не снимаю, потому что это нельзя, да. Там стул еще один такой у нас стоит, видите. Это муж на нем всегда сидит, а там мое такое вот приспособление, на чем я вам тоже видео снимаю, видите. Так, ну давайте с орхидейками, да, наверное, я вам немножечко расскажу, сниму видео, чтобы вы, девочки, это, вот, посмотрели. Я обещала, мне написали, спросили, орхидеи, покажите свои. Ну вот давайте с первой начнем, вот с этой, она отсвечивает. Посмотрите, какая, название я вам не могу говорить, а, вот тут написано. Я сейчас без очков не вижу, вот смотрите, вот такая вот орхидейка. Вау, что-то мих какая-то, валумих. Так, сум. Я без очков ничего не вижу, вот не надела, ладно. Ну, в общем, вот такая орхидейка, смотрите, вот такие у нее цветочки, она миленькая. В общем, она зацветает, у меня с другой стороны тоже, видите, уже цветение. Очень красивая орхидеечка, мне нравится она. Она такая, цвет такой, знаете, очень приятный у нее. Вот, не такая вот, как прям... яркая, ну, в общем, миленькая очень орхидеечка, маленькая, они у меня маленькие, вот эти орхидейки. Вот это вот побольше, ну, посмотрите, какая красавица, вот такая она. Так, сейчас вот так вот разверну, вот, смотрите, да, уже цветочки побольше, видите, какие, очень красивая. Такие вот у нее. Так, а вот, и вот такие вот. Красивые девочки, красивые цветочки. Вот, на балконе там надо будет убираться, как потеплеет. Но я уж думаю, потом приеду, когда уже с России. Я тогда уже это буду все убирать, делать. Я вот еще, знаете, что думаю. Листик у меня здесь, у этой орхидейки, я не знаю, или солнцем подпалился, или что, что это такое, вот это вот, видите, такая вот ерунда, ну ладно, вообще красавица, красавица, а вот это, посмотрите, какая красавица, они все разные такие, вот эти вот, вот это вот немножко вот с этой похоже, вот у меня стоит, видите, но она потемнее, вот это вот посветлее, на камеру так не видно, вот это вот светлее, а вот это вот потемнее, у меня более фиолетовый. Видите, более фиолетовая. А вот это более такая, такой пинг. На камеру они как будто одинаковые. Вот это, посмотрите, какая красавица. Какие у нее красивые цветочки с такими пестиками интересными.
общем, вот такие вот красотки у меня. В общем, сразу за раз все зацвели. Это вообще очень радует, конечно. Очень радует, красавицы мои. Я за ними, конечно, ухаживаю, поливаю. И вот это вот, посмотрите, тоже. Она вот больше фиолетовая, я уже говорю. Она таким бутончиком красивым. Вот. Очень красивая. Очень, девчонки, красивые цветы. Я люблю орхидеи. Я как-то рассказывала, у меня одно время очень было много орхидей, но они у меня такие высокие, крупные были. Мне на работе одна женщина говорит, когда были в гостях у меня, говорит, ты не боишься дома орхидеи держать, они же вампиры. Но я что-то, знаете, послушала ее, представляете, все свои орхидеи взяла и на террасу, тогда вот еще в старой квартире жила. Взяла на террасу, вынесла, они там все погибли, замерзли, короче. В общем, глупость такую сделала. Я потом почитала, нет, знаете, сколько людей, столько и мнений. В общем, смотрите, какая вот эта красоточка. Красоточка, красоточка. В общем, каждая орхидейка, девчонки, красотулька. И вот эта вот розовая такая, внутри у нее такой фиолет, как сиреневый. Ну, не сиреневый, а такой темно-темно-бордовый, ближе к фиолету. В общем, камера не передает вот эти цвета, то, что на орхидеях. Цветочки, ну, покрупнее, так вот, чем вот у этой. Это вообще красиво, прям такой темный пинк, очень красивый. Не фиолет, а вот темный пинк. Вот, и вот это вот они... А, да, это одна и та же, одна и та же. Сейчас, девочки, я с другой стороны зайду, мне неудобно. В общем, красульки мои стоят, кофе мое остывает. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас я засниму вам все, покажу. Девчонки, вам интересно все, да? Вот. У нас вот такая витрина. Вот, видите? Так, дальше, девочки. Ну, вот это вот. Видите, она такая, внутри у нее как бы такое вот бордовенькое, да, такое. С розовым. Красивая очень, тоже нежная такая орхидейка. Сразу она у меня зацвела, два таких побега дала. В общем, с обоих сторон. Видите, это одна орхидейка. В общем, красиво. Конечно, за ними надо и смотреть, поливать. А вот это вот тоже, вот я ее тут поправляла, поправляла. Видите, как она начала. Цветочек меня мешает цветочку. Ничего, да, вот так вот немножко. Вот видите, вот такая вот маленькая, да, ну ничего. Самое главное, что он цветочки дала, и там еще у нее бутончики распускаются. Ой, хоть бы телефон мне не урони, держу. И вот эта красулька. Вот это вот у меня тоже еще что-то не зацвела. Вот в уголочке стоит. И вот эта вот красулечка, смотрите, она тут тоже начинает. Там у меня, видите, на балконе что творится, на лоджии, то есть. В общем, все цветы почти что погибли, замерзли. Вот. Хотела сегодня одеться прогуляться, но что-то не знаю как-то. В общем, вот, я стараюсь меньше ходить, мне скоро поездка на носу, чтобы мне, знаете, не заболеть. Смотрите, какая красивая. У нее такой, знаете, салатовый цвет, очень нежный, нежно-салатовый. Очень красивая такая, шикарная. Вот она немножечко помаленечку распускается. Ну, в общем, девчонки, вот такие вот у меня орхидейки, красавицы, красавишны, хотела сказать. Ну, красавишны, да. Вот. Это вот то, что у меня были. Вот они у меня цветут. Вот уже в этом году. В том году они у меня цвели два раза. И в этом году, вот в начале года, вот первый раз. Вот, в общем, в год они у меня два раза цветут. И подолго-долго стоят, девочки. Очень долго стоят. Я довольна своими орхидейками. Очень довольна. Очень красивые такие. Шикарные орхидейки. Ну все, девчонки, я буду кофеечек пить, да? Вот. Буду кофеечек пить. Так что такие вот дела. Тут мои всякое такое лежит у меня. Там крема для рук, очечник. В общем, такое все. Микрофончик. Я что-то сегодня опять не подключила. Вчера с мужем разбирались, но он мне показал. А я сейчас встала и забыла подключить. Схватила телефон, думаю, давай, надо вам заснять. Девчонки, ну все, буду кофеечек пить, да?
Вы не поверите, сколько время. Время доходит без 20 час, а я сегодня ночью вообще не спала практически. Под утро уснула, уже слышала, как муж на работу собирался. Вообще спать не могла. Вот я вам говорила, что я болею, да? И до сих пор я еще не могу в себя прийти, как там у меня слабость какая-то, я не знаю. Ой, я не думаю, что это там, это температуры-то у меня нет, да, вот какая-то слабость. Но я вот чай постоянно с лимоном пью, ну вот это сейчас я кофе пью, а так в течение дня я постоянно чаек с лимоном, да, вот. И мед, вот, ну это сгущеночку, сейчас я хочу просто с кофе попить, с сухариками, да, в общем это вот так вот. Так, девочки, заканчиваю свое видео, да. Кошечек вы хотели, чтобы я сняла, но знаете, я пока сейчас не буду в данный момент снимать, потому что это вот их лучше не тревожить. Потом кошка у меня одна, она постоянно вякает, постоянно кричит, все недовольная, кота требует, а я ее отсаживаю, понимаете? Я сейчас не хочу вязать, потому что мне сейчас не надо вязать, мне эта вязка сейчас не нужна. Понимаете, я тоже вязки планирую не так, как они хотят, понимаете. Вот они захотели вязаться, и надо им их вязать, да. Я планирую вязку. Вот. Поэтому сейчас в данный момент я отсаживаю. Поэтому они иногда и кричат, что кота требуют там, или кот там начинает кошку. Он слышит, как они там вякают, и он начинает. Поэтому я лучше их сейчас трогать не буду, потому что у них такой сейчас период. Это потом попозже как-нибудь я вам покажу, вот когда тепло будет на лоджии, да, когда-нибудь выходить все нормально. Сейчас в данный момент я пока не хочу, девочки, пока не хочу. Сейчас далеко отойду, посниму, чтобы вы посмотрели, как у меня красиво, девочки, красиво. Все создаю уют, чтобы было красиво, хорошо. Вот, создаю, девочки, уют в квартире, в доме. В общем, наконец-то вот шторки, да, руки до шторок дошли. Так что вот такие вот дела, девчонки. Комната у нас это большая, нам хватает. Это как столовая, можно даже сказать, гостиная. Да. Нам даже и зала не надо. Мы с мужем постоянно здесь находимся и телевизор смотрим. Мы телевизор новый купили сюда. И мы тут все время проводим. А там моя рабочая комната, это только для меня. Мы туда даже не заходим, знаете. У меня там диван вот этот стоит, да. Ну вот как-то муж иногда, если захочет, зайдет там, полежит. И то, знаете, так. Это очень редко, когда мы там, допустим, я там, он тоже, если ему скучно здесь, он подойдет там. Вот. Ну все, девочки, спасибо вам всем за внимание. Вот так у меня кухонка, мы сделали такую вытяжку. Ну, девчонки, в общем, вот так вот все. Сейчас еще покажу вам так, сдалека, как все. Вот. Все, девочки, всем спасибо, девчонки, за внимание. Вот. Всем до новых видео на канале Мое Хобби, девочки. Всем пока-пока.